Выкопка туи восточная книжка, двухлетка. Здравствуйте, уважаемые друзья! Сейчас будем производить выкопку двухлетки туи восточная книжка. И рассмотрим, какая она. И опять же, сейчас идут заказы на нашем сайте. Поскольку она отправляется, я все расскажу. Корневая у нее хорошая. Вот. Здесь можно показать. Вот корневая, вот сам сеянец. Туя восточная книжка. Ну, вот здесь. Здесь побольше экземпляры. Идет она у нас от 100 штук. На сайте можете спокойно заказать ее. Ну, пучок здесь 10 штук. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ну, восточная книжка, ее видно даже вот. Видите, она более плотно потом набьется, вот так вот пойдет. Очень прекрасные сеянцы. Тоже видно. Будет такая пышным, пышным красивым деревом. Чтобы наименьше травмировать корневую систему, придется выкапывать вот так вот. Земля, видите, почти пластилин, ну, чернозем. Заливалась она очень хорошо. Вот смотрите, какой прекрасный сеянец. Если взять по сантиметрам, то почти 15 сантиметров. Да, она идет оптом. Ну вот так как-то мы выкапываем тую восточную. Всего доброго, удачи. С вами был Евгений Филимонов и питомник Хвойный дворик.